Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим Донецк и Луганск, то есть Донбасс, да? Что ждет Донбасс? Так, начали. Для мирных жителей. Вот он, Донбасс. Мирные жители. Что их ждет? Или что они ожидают? Да, что они ожидают? По поводу возвращения в Украину или же остаться там, где они сейчас есть, то есть в России. Значит так, Донбасс, мирные жители. Наступает время быть в Украине или же быть там, где сейчас есть, то есть в России. Сейчас посмотрим. Так, Донбасс. Мирные жители. Что ожидается? Быть в Украине или же оставаться там, где есть. Ну, мы знаете, какой расклад это? Я забыла вам сказать, где-то на полгода, плюс-минус. Если время выйдет, карта времени, значит, что вот тут время. Значит, время покажет, время подскажет. А если в России тоже время покажет, время подскажет, тут тоже вышла, будет карта времени. Это шут и 14 аркан. Вот тут должны быть. Карта времени. И что же будет, да? Где-то на полгода туда-сюда. На 2024 год. Оставаться там, где есть. Так, теперь вот он, Донбасс. Этот край... Самый важный объект, который имеет все четыре стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Богатый край, металлургия. Потом стихия огонь. Все идет как печь, да. Все инструменты горят, да. Ну, там идет своего рода война. Мирные жители. Принятое решение. Как быть? Как быть? Тут борьба. Борьба мирных жителей. С кем быть? Это внутренние обстоятельства данной области. Двух областей. Донецк и Луганск. Теперь. Быть в Украине. Судьба. Быть в России. Отшельник. Ну вот теперь пойдем дальше. Значит, Донецк и Луганск, где в печи горят все инструменты. Значит, там огонь, обстрелы. И как же быть мирным жителем, да? Свобода. Свобода прежде всего. Тут смотрите. Свобода, маг и маг. Тут получается как бы, можно сказать, Донецк это главный город. А Луганск маленький, тут свобода, нужна свобода. Значит, двум областям, Донецку и Луганску, нужна свобода. От кого, например, или от кого освободили? Ну, можно так сказать. Теперь, мирные жители при принятом решении поняли, что надо уйти. Или же остаться жертвой. Тут получается, или уйдем, или же мы останемся, будем жертвами. Так, теперь. Что же может быть? Видите, Марс – это борьба. Бог войны. Где же все-таки лучше быть? Донецку и Луганску. Радость в том, что на сегодняшний день раскрученная тема радуется. Ну, тут как бы есть люди, которые радуются то, что происходит в этом
в этой ЛНР, ДНР, да, вот, двое и один, да. И тут получается, радуется, что у них все получилось. Вот, воровство, украли, ну, украденные территории, можно так сказать. И радуются, да. Теперь, если быть в Украине по судьбе, быть вместе, это судьба. Смотрите, даже вот эта колода говорит, будем вместе, это наша судьба. Смотрите, маг, маг, да? Колесо, колесо, да? Тут какие-то моменты. И чтобы оставаться там, где есть, и кто-то радуется, то, что они остались, а другие ушли и стали жертвами брошенных домов, ну, брошенные дома остались, есть маг. Посмотрите. Военные, слово военные. Военные продолжают держать при своем удовольствии, радости данную землю. Эти две области заселен военными на сегодняшний день. Да, видите, тут как бы волшебники, кругом все одни волшебники. Ну вот по поводу уходящих мирных жителей, которые ушли, вот, а вот эти все, которые остались, они довольствуются тем, что у них есть, и есть какое-то финансирование, и есть стоять на своем, уходить. Попробуйте лед сдвинуть, да, глыбу. И мастер, продолжая эту тему военных, он скрепляет эту территорию. Хотя вот по судьбе они должны быть вместе. Получается, все зависит от волшебника. Вот. И данная область наполняется как много военных. Они прокручиваются, эти Марс, военные. Мирных жителей так таковых как бы и нету, но они есть, но их нету. Они ушли, кто ушел, кто как-то, ну что-то вот такое. Смотрите, какие обстоятельства держат данный Донбасс, да? Так, теперь, ну, в общем, получается, пока все держится на том, как на сегодняшний день уходить никто не хочет. И волшебник, принося в жертву деньги и людей на эту территорию, держится. Теперь, раз такие карты вышли, что же будет с этими и с этими? Так, раз, два, три, четыре. Что будет делать Украина и что будет делать Россия? Ну, как бы итог на полгода туда-сюда. Так. Стараться держаться и двигаться. Тут, видите, тяжело будет, потому что судьба тяжелая. Нужно двигаться. Нужно что-то делать. Ну, что-то делается. Теперь, на сегодняшний день, там, где сейчас Донбасс находится. 21-й аркан. Вот тут, ну, эти две области остаются сами для себя. Тут как бы в одиночку, видите? Отшельники, вот все военные будут привлечены к тому, чтобы оставить эти области для себя. Но мир, да, тут видите, карта мира, чтобы эту тему обговорить как бы на мировую, да. Но Украина, получается, будет стараться что-то предпринять вот так вот. Ну, видите, вместе. Жители, мирные жители из Донбасса по судьбе ушли в Украину. Вот. Ну, тут все военное, военное, военное. В общем, так вот. Это на полгода. Потом попозже, даст Бог,
Посмотрим еще. Так, теперь, что скажут цыгане? Цыгане, выходите! Цыгане, расскажите про Донбасс, Луганск и Донецк. Мирные жители, что могут сделать? Украина может сделать и Россия. Так. Тут размолвка была, видите, размолвка. Развелись. Получается, Донбасс развелся с Украиной, можно тоже так сказать. Мирные жители, через любовь, карта любовь, решение. Они любят свою землю, они полюбили там Россию. И застолье. Скудные застолья, грустные застолья. Ну, вот как бы вроде и радуются, чему радуются, да? Но есть свои радости и печали, можно сказать. Украина. Нужно подумать. Это мысли, мыслитель, да? Нужно думать. Ну, Чапай думать будет там кто-то. А что мы можем придумать? Вот. Так, теперь Россия. Разговоры, что это все Россия. Вот. Россия и мир, можно сказать, переговоры, чтобы эти области остались при России. Это разговоры. И в итоге, что же будет? Что же будет делать Украина? Служить военные, тут какие-то военные, потому что служанка, служить слово. Россия. Что-то ждет служивых. Ну, будут какие-то разборки, ожидания. Денег. В общем, вот так вот. Для Украины предательство, бросить этот край, измена. Видите? Они думают, видите, бросать, не бросать это все. Так, Россия, информация, разговоры в ожидании при переговорах, где эти две области нужно оставить для себя, как бы. Вот. Видите, тут как бы война все-таки. Похоронить обстоятельства нельзя, потому что, видите, тут движение вышло. И судьба, да? И для России император. В общем, получается, на полгода эта тема как бы обсуждается в рядах мирных жителей и этих военных. Также и среди Украины, которые тоже думают, как же быть, бросать или не бросать. Служивых военных, собирать, не собирать. В общем, обсуждения. Думают, как бы сохранить. А тут, видите, дурные мысли пришли. Дурак, да? Видите, умный, да, мыслитель. Может бросить, может не бросить. Ну, такое вот. Так что, вот так вот. Но это все на полгода. Чуть позже посмотрим. Да. Будет какой-то перелом. Что-то будет, но это не скоро. Все, спасибо, что посмотрели до конца. Потом еще, я так поняла, по картам неудачное вложение императора при данных территориях может привести к крупным военным действиям. Это только начало, это середина войны, понимаете, вот полгода, а потом что-то должно разрешиться. И осенью в Скорпионе что-то должно разрешиться. Вот, ну все, посмотрим чуть позже. Значит, до Нового года это все как бы есть, как есть. Спасибо, что посмотрели до конца. Спасибо, берегите себя и своих близких.